Пушкинский детский сад номер 43 «Родничок» ожидают кардинальные изменения. Старое здание снесут, а на его месте построят новое, более вместительное и комфортное. Об этом на встрече с педагогами и родителями воспитанников дошкольного учреждения рассказали депутат Совета депутатов Николай Тамашов и заместитель главы администрации городского округа Химки Кристина Мадатова. Мы тут с вами собрались, чтобы послушать ваши предложения, чтобы почистить ваше мнение и ваши пожелания. Сотрудников волновал вопрос трудоустройства на период реконструкции сада и возможность продолжить заниматься обучением и воспитанием с теми же самыми детьми. Педагогам пообещали в каждом случае помочь индивидуально. Обязательно все, пока временные строительные работы будут вестись, будут трудоустроены. Детишек тоже распределим по садикам. К нам, как депутатам, были заданы вопросы о том, что уже есть понимание, в какие садики дети будут перераспределены. Работаем плотно с администрацией, чтобы все вот эти вот их пожелания учесть и сделать им будущий учебный год комфортным. 43-й детский сад, который отметил свое 55-летие, попал в очередь на реконструкцию, так как не способен вмещать большее количество детей. При том, что в округе расположены крупные жилые массивы и есть большая потребность в детских садах. Здесь детишек учатся на 100 человек больше, чем садик может принять. Соответственно, программа реконструкции позволит увеличить фактическую наполняемость этого сада и практически на 155 мест. Программа финансируется за счет средств Московской области, за счет средств муниципального бюджета в пропорциях примерно 70-30. Соответственно, спасибо губернатору Московской области, спасибо главе за то, что включили именно этот объект в государственную программу. Начало всех работ запланировали на май 2023 года, а уже в первой половине 2024 года новый детский сад откроет свои двери для 350 детей.